Вопросы демографии, образования и экологии стали главными на прошедшем семинар-совещании с главами муниципальных образований под руководством Владимира Васильева. Над какими задачами предстоит работать руководителям городов и районов, узнавала моя коллега Зумруд Гамидова. Ей слово. Приглашая к обсуждению ряда важнейших для развития республики вопросов, Владимир Васильев напомнил руководителям органов местного самоуправления об их роли в этом процессе. Те задачи, которые нам поставлены, предполагают очень активную нашу работу. Коллеги, мы располагаем огромным потенциалом. И вот сегодня я рад, что мы в такой вот системе обучения, когда мы все равны. Говоря о проблемных темах, спикеры совещания акцентировали свое внимание на вопросах дошкольного образования, которое входит в нацпроект «Демография». Как показывает практика, проделанная работа на верном пути. Так, к примеру, в 168 школах открыты точки роста, где предполагается дополнительное образование детей. Кроме того, реализуется комплекс мер по обеспечению 100% охвата дошкольного образования. Мы создаем доступность, повышаем и качество образования в Республике Дагестан, а это на самом деле мы, я скажу вам, у нас, в общем-то, старт достаточно низкий, поэтому то, что делается вот за последние годы, я считаю, мы не постеснявшись скажу, в этом плане прорывные технологии используем и в буквальном смысле слова, несмотря на то, что проблем много, идем вперед. Положительная динамика отмечается и в экологической сфере республики. С нового года Дагестан перешел на новую систему обращения с отходами. На их переработку уже в 2020 году будет выделено порядка 800 миллионов рублей. Уже намечен план строительства перерабатывающих заводов в нескольких районах республики. Создаются и новые рабочие места. На сегодняшний день мы запланировали на территории республики Дагестан построить 11 заводов. Мы расписали эту дорожную карту. Мы до конца года все это сделаем. Но, несмотря на положительные изменения, все же главной проблемой столицы остается очистка города от мусора. Но виноваты в этом не только коммунальные службы, считают представители мэрии. Многое зависит и от культуры самих горожан. С нашей точки зрения, основная проблематика – это вот менталитет людей. Я иногда высказываюсь в этом плане очень резко, я говорю, мы не сможем убрать мусор в Махачкале, даже там, если установим все контейнерные площадки, все сделаем, и будут мусороперерабатывающие заводы, все будет сделано. Но если мы вот здесь в голове не берем мусор, то мусор мы никогда не берем. На встрече обсуждался ряд важных для региона вопросов. Это и налоги, сетевая и газовые отрасли, социальная сфера. Уже после пленарной части участники семинара приступили к работам в группах. Каждая из них отведена на специальное направление по вопросу улучшения городского облика. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.